Да, блять, зацепил. Так, я вниз. Опа! Я понял. Сейчас угла не будет. Давай левым. Да. Может, гарпун? Можно. Давай на левый гарпун рубану. Да, блять. Понял. Нет. Смач-то сейчас будет. Нет? Да, нет. Зацепил. Минус передняя. Держать. Я убил кого-то ядром. Ага. Надо шипануть раз. Сейчас. А, не надо. Я сама. Блять, помажьте. Левый залез. Меня убил. Да, блять, мачта это лежачая. Перфаните раз. Я не успеваю, все, потому что дырки везде. К нам сейчас спрыгнет. Меня выбило. Поднимается. В плане правый борт поднимается к нам. Мы потопнем. А как не убил? Я умерла. Мы потонули. Блять, догорю сейчас. Еды нет. Да, надо сейчас. Дань, готов стрелять? Да. Сейчас книпель пойдет. Угол нормальный или нет? Да. Поворачивают? Да. Поворачивают. Дань, почини. Блин, еще бы одно ядро им в мачту. У них мачта упала. А, все нормально. Одного выбил на якорь. Одна маленькая. Все, иди стреляй, я поднимаю парус. Стреляй, мушкетон, блядь! Давай, Дань. Одного убил. Я надеюсь, я не в тебя попал? Не-не-не-не. Бегает сверху тебя. Пускай. Он по тебе, ты по нему, я по нему. Все, он минус. Я попал по нему. Я все-таки попал. По дыркам. Книпели за лутай у них летать. Но у них нету. Без... Ну и в ящиках для хранения тоже ничего нет. А в спринге выстрелил все на остров. Передний поднимать. Сейчас корабль поставим, чтобы нас не спалили. Надо у них спрятаться. Блин, а может быть мы не будем так открытым? У них брига, кажется, у них брига. Бочка бахнула. Че, прячемся? Один появился. Блять! Спалил, да? Да. Ты поздно мне сказал. Я даже мушкетон не успела вытащить. Интересно, они бочки понесут? Или о чем они там думают? Блин, это... Как он меня не заметил? Чел бегает, проверяет, по бочкам бьет. Неплохое? Может быть, плохое? Нехорошее. Но... Чем неплохое. Меня спалить могут? Блин, здесь плачущий стоит, я хочу, не надо.
пошла ты, блин. Я как... Я так знал, что парень с анекдотом в бану лечит. Лучше бы ты забрал у капитана Мокрого штурвал обсидиановый пак. Штурвал флексов. Зевс, за что? Тут меня походу спалили, Виталий. Да? Да, мимо меня чел пробежал тупо. Да, там дырка была. Я им нарисовал Пабло Ди Касо. Забрали. Они открывают. Сейчас, подождите, я послушаю, будут они бахать цитадель или нет. Сейчас посмотрим, куда они легенду поставят. Я еще к вам на корабль ее кину и все. Один без сундука. По ним уже нафигачивают. А это Галеон. Ну они тоже дураки, не умные. Там есть этот шторм, нет? Вроде нету, да? Уже все рассосалось. Понимаю. У них досок нет. Есть. Вообще? Легенда есть. Я прыгнул с легендой на остров. Изумительно. Блин, у нас ветер плохой. Ухожу с легендой. Сейчас повели? Не знаю. А ты видишь наши нити? Плыви в нашу сторону. Ну я вижу, да. Натали, помнишь камни? Какие вот здесь на камни? На камне будет легенда, где мы прятались раньше. В смысле? Она уже приплыла. Она уже давно приплыла. Она уже там давно. Блин, плохо, что я не вижу. Ни хрена вообще. Я поняла. Поднимаем задний быстро. Поднимаем, да. Видите, да? Да, я поняла, где. Там какие-то... Какой-то ютубер, блин. До свидания. Я плыву к ним. Где здесь это акула? Спители. Еще один к вам прыгнул. Даня, правый. Живите, пожалуйста. Один я прыгнул убил. К вам. Меня убило ядром. Правый, Дань. Вижу. Нам помешал уплыть... Здравствуйте. ...саный скелет, потому что мы в него воткнулись. Я зажег у них легенду, и, мы короче... Мы только что потонули. Понимаю. Надо лететь сразу туда. В смысле, я здесь? У них рванула бочка. Цитадель. Ищу! Тихо, Дэнчик плывет с цитаделью на них. Я его не буду трогать. Вот это контент. Давай, Дэнчик, ёпта. Он вместе с собой, короче, вот это я понимаю. Вот это самоотдача, да? Вот это отдача. Дай мне времени улыбаться. Давай.